записываем тему урока. Тест-драйв в Уральском федеральном! Я надеюсь, что эти два дня для вас пройдут не безинтересно, и вы определитесь с тем, куда поступать, с кем и с чем связать свой будущий выбор. А это самая главная задача вот этой уникальной акции «Тест-драйв» в Уральском федеральном. Поверьте, такой акции, вообще такого события ни один другой университет России предложить не может. Баллов за шпионоведение, 60 баллов за конспирацию. Куда я могу поступить? Участники тест-драйва пройдут сложное, но интересное испытание – поступление в нереальный, уникальный университет. С помощью этой игры ребята узнают, как правильно подавать документы и какие трудности их при этом ждут. Это очень интересно, и действительно это подготавливает нас ко взрослой жизни, к будущему, то, что мы действительно будем поступать. Очень хотелось посмотреть именно город Екатеринбург. Про него много слышала, но никогда не бывала. Во-вторых, вот этот сам университет, я раньше о нем не слышала, узнала, и мне так понравилось все, что там на сайте вашем размещено, все эти видео, и поэтому я очень хотела сюда приехать. Чтобы узнать великую тайну гуманитариев Уральского федерального, каждый тест-драйвер в желтой футболке прямо сейчас проходит сложнейшее испытание. Школьники разгадывают филологические и исторические загадки, пробуют себя в роли журналистов и даже играют на сцене. Мы участвуем в гуманитарном квесте, и вот нам попалось такое задание. Нужно собрать приказ из обрезков. Вот, в общем-то, у нас неплохо получается. За 15 минут нужно придумать для сцены некое действие, чтобы оно было интересным, чтобы оно было смешным, чтобы оно отражало специальность. Долго не могла определиться, куда бы я хотела поступать. Но сейчас я полностью уверена, что вот я буду поступать именно в Уральский федеральный, именно вот радиофак. Все понравилось. Допустим, дружение, безопасность. Это очень интересно, везде повсеместно используется. Поэтому это очень, развивающееся и востребовано. Сейчас проводим такой тест-драйв для ребят. Они за 15 минут генерируют бизнес-идею, услышав весь пройденный материал, и потом будут презентовать свою бизнес-идею инвестору.
Думаю, я определюсь, в конце концов, хочу ли я поступать на подобные направления. Я поехал именно за этим, чтобы уж точно удостовериться. После одной лекции мне уже захотелось поступить сюда, и уже интересно, и преподаватели, и сама обстановка, общежитие. Каждый захочет туда поступить. Потрогать метеорит? Да легко. Ну, не совсем так легко. Гуманитарное направление сейчас узнает всю правду об уникальном событии, которое произошло в феврале 2013 года в Челябинске. Это увлекательная лекция. Много-много всего нового о Челябинском метеорите, о тех метеоритах в 2002 году, который пролетал над Екатеринбургом. Чтобы вовремя успеть на лекцию, будущие студенты УРФУ должны хорошо ориентироваться в коридорах вуза. Вместе с участниками тест-драйва мы отправляемся на экскурсию по Уральскому федеральному. Но сегодняшний день он был очень насыщенный. Если честно, мы очень устали уже. Еще не было даже спортивных игр, мы их очень ждем.